Здравствуйте! С вами Солнечная Юна и Погода Юга на телеканале Краснодар. Генеральный спонсор программы – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимак» от группы компании «Биотек». 18 мая – день записывания случайных мыслей. Случайные мысли – они как вспышки зорниц. Они уносят вас в то место, где живет свет, где гуляет фантазия под ручку с вдохновением. Случайные мысли надо записывать, чтобы они не исчезли. Они ведь очень игривые и мимолетные. Раз – и нет их. А ведь каждая была важной, яркой, красивой. Каждая что-то значила и могла бы порадовать других. Случайные мысли – это голос вашей души. Не теряйте их, а еще не теряйте время и бегом на улицу. Гулять и наслаждаться субботой и отличной погодой. Пока еще солнечно и без осадков. В Краснодаре утром 22-24 градуса, в обед 27-29, вечером 24-26 и весь день будет ясно. Самое время для прогулок. В Абинске, в Славянске, на Кубани солнечный день. В первой половине дня 23-25 градусов, днем 28-30, вечером 25-27. Солнышко порадует также жителей станиц Варениковской, Анастасиевской и Архангельской. Утром до 23 градусов, в обед воздух прогреется до 30, вечером 24-26. На побережье, в Геленджике, в Анапе утром 21-23, днем 27, вечером 23-25. Желаю хорошо провести время, по полной программе насладиться отдыхом и пополнить себя новыми силами. А спонсор программы – строительная компания «Стройлекросевков Монтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Всего доброго! Yeah.